Здравствуйте, мои дорогие. Хочу продолжить разговор использования инструмента на лодке. Как-то было у меня такое видео, ссылку оставлю в описании. А этот ролик отнесем к разделу «Дельные вещи». Как-то я вам показывал вот такой вот шуруповерт, вот с таким вот вольтажом и вот с таким аккумулятором. Такой я использую, в общем-то, на лодке, даже в походы беру. Он у меня является таким штатным автомобильным инструментом. А сейчас я вам хочу показать такую вещь, как фонарик. Вот такой вот. Чтобы вы не думали, что это реклама, это на самом деле подарок. Подарил мне этот фонарик Федор, участник нашего чата, известный водномоторник. В ответ на мой подарок, в свое время я подарил ему такой фонарик. Значит, фонарь от конторы Bosch. Чем он так интересен? Вот так вот он выглядит. Называется он GLI-12V-330. Стоит такая штука в районе 3300-3650 рублей. Значит, называется он децилет. Это значит, что здесь DC10 ледовских лампочек. Значит, работает он вот от такого аккумулятора. И я вам могу сказать, что вот эта штука, несмотря на свою определенную такую громоздкость, в общем-то, перебьет все ваши китайские аналоги. Чуть поменьше яркость. Значит, в чем прикол? Он на аккумуляторе, вот у меня полуторалитровый, 1,5 ампер-часа, светит не то, что ярко, а архиярко. То есть его можно использовать где угодно. И в строительстве, и на стройке, и где хотите. Мы даже, давайте сейчас сделаем небольшой тест в темной комнате. Вот смотрите, как это дело будет происходить. Значит, мы находимся в комнате, ну я не знаю, сколько здесь метров, допустим, где-нибудь 10, наверное, на квадратных, не больше. Сейчас посмотрим, как это дело, ярко или не ярко. Выключаем свет. Вот чуть приглушенный. Включаем свет. Так, значит, чем же так хорош этот фонарь? Ну, во-первых, что его можно вешать куда угодно с помощью вот такой вот клипсы. То есть он просто вот как угодно может висеть в любом положении. Следующий плюс. У этого фонаря есть крепление под штатив. Тоже удобно. Если вы что-то делаете, то можно навернуть. Значит, дальше как он стоит? Он может вот на этой плоскости, вот на этой подставке стоять как удобно, как угодно и, естественно, нагибаться как угодно. Вот скажу честно, что лучше этого фонаря в темное время для той же палатки не нашел. На 2 ампер частном аккумуляторе он может светить, по-моему, 6 часов. 6 часов без остановки. Ну, естественно, я не знаю, 6 часов с ума сойти, наверное, столько света. Дальше. Вот эта вот поверхность, вот эта вот, она магнитная. То есть вы можете установить на любую железную поверхность этот фонарь, и он будет светить так, как вы его отогнете. Вещь просто шикарная. Так что пользуйтесь. Вещь действительно здоровская. У меня, вот, к сожалению, пока один аккумулятор, но я надеюсь докупить еще. Он продается и с аккумулятором, и без. Это вообще серия такого инструмента. Рекомендую мне, потому что вот такого шурика реально хватает на то, чтобы вот он исполнял все свои необходимости. Так что записываем это дело в «Дельные вещи водномоторника». Спасибо, что смотрите мой канал. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, заходите, швартуйтесь в чат «Причал», который нынче в Телеграме. Спасибо, пока.